это спортивный снаряд в данный момент. А шоу, еще раз повторю уважаемым телезрителям, что здесь на гала-концерте просто идут выступления спортсменов на бис. Вот, пожалуйста, Александр Райзман, фаворит этих соревнований, американская гимнастка. Да, она была серебряным призером в вольных упражнениях. Ну и вот сейчас покажет программу. Ту же самую, с которой она взяла медаль, или, может быть, что-то особенное она подготовила, мы скоро поймем. Ну, обычно спортсмены, вот по опыту, могу сказать, на гала-концертах всю сложность не делают. Но американцы, они не устают, по ним видно, поэтому она вполне ожидаемо, что она может сделать свою всю программу от и до. Олимпийскую программу, я имею в виду. Ну и давайте посмотрим. Первая серия прыжков. Ну, видите, пожалуйста, начало. Просто они уже все, они свои медали взяли, они уже на отдыхе, скажем так. Теперь они работали на имя, теперь имя работает на спортсменов. Поэтому в расслабоне, под музыку, под калиночку, вот видите, пожалуйста, спокойненько. Сейчас девочки будут у нас танцевать, выплясывать, и зрители будут хлопать в ладоши радостно. Многие спрашивают, у меня скучаю ли я по спорту. Ну, могу ответить так. Конечно, спорт в крови каждого спортсмена. И мне кажется, даже после окончания своей спортивной карьеры спортсмен пытается максимально удержаться в спорте. Неважно, в спорте я имею в виду в тренерской деятельности, либо там открывать свои школы, да, там как сделал это я, либо работать в Министерстве спорта. Но спорт, он должен быть рядом. Потому что кто может знать спорт лучше, чем сам спортсмен? Ну и тогда такой вопрос. Наверняка, правда, ты на него отвечал по ходу Олимпиады репортажа. Да, чем Антон Голоцков занимается сейчас, помимо комментирования гала-концерта? Я открыл школу гимнастики свою. Сегодня вот разгружал одну фуру перед тем, как приехать поработать с вами и пообщаться вживую с нашими любимыми телезрителями и болельщиками спорта. Так что везде успеваем, везде. Все во благо спорта делается. Где школа находится? Метро Алексеевская. Совсем рядом? Да, рядышком. Москва, центр. Приходите, приводите детей. Это спорт очень полезен, особенно гимнастика. Смотрим дальше в программу, и сейчас мы увидим прыжки на трамплине. По идее, Татьяна Петреня и... Это призеры, да. Я, кстати, комментировал девчонок.